Мужчинам обычно требуется от 2 до 10 минут для достижения оргазма. Что ж, на целых 2 минуты меньше, чем длится эта игра. Интерактивный триллер про мужика, застрявшего во временной петле. Да и зацените этот звездный каст. Типа ученый Билли Миллиган и... порно-актриса? Что ж, видимо, не зря про оргазм загуглил. Кто это, кстати, вообще такая? Ой, бля! Хотя, стоп, если одну из ключевых ролей исполняет Джеймс МакЭвой, это значит у нас потенциально 23 хороших персонажа. А, задолбали, давайте играть уже. Я почти на 100% уверен, что часы должны двигаться в другую сторону. Теперь можете скипнуть рекламу. Кто-то спросит, а почему я, собственно, играю на английском языке? Шрифты. Понимаете, на русский язык не делают шрифтов. Я не знаю почему. Протагонист после тяжелого рабочего дня поднимается на лифте и отправляется в свою квартиру, чтобы отдохнуть. Картина. Знаете, эта картина выглядит примерно как огромная куча виниловых пластинок. Это повод включить хорошую музыку. Погнали! Зажигаем, зажигаем, зажигаем. Ну ладно, то так нельзя, это не диско Элизиум тебе. Все двери заперты, но я же знаю, что ключи надо хранить под ковриком. Проблема только в том, что коврика нет. Значит, второй вариант у нас остается... камень. Интересно. Часы в меню паузы, кстати, не двигаются, что не показывает нам прогресс игры. Минус, это минус. Так, ну что ж, мы в принципе знаем, что нужно делать. There we go. А. Now I just need to use them to get in. Ну ладно, попробуем сюда. О, дверь открылась. Черт, время пошло. О, время действительно пошло. I didn't hear you come in. Best night ever. Guess who made dessert? Так, стоп, я слышу кота. Let me know when you're in the mood. Дай знать, когда будет настроение. Ну, у меня, в принципе, есть настроение, так что давай. Так, настало хорошее время для десерта и... What's the occasion? I'll tell you over dessert. Понял. All right, I'm ready to go. Just give me one second. Ну хорошо, у тебя еще есть 11 минут. Кстати, ну-ка посмотрим. Стрелка здесь. Стрелка здесь. Она двигается! Все идеально, все. Мы в петле. Нож. Я возьму его, ведь Уильям Дефо скоро придет. Это ты, Уильям Дефо? О, нет. Может, дать ей ключи от дома? Я знаю. Одну дверь надо просто закрыть, потому что убийца придет. Все. Закрыть дверь, закрыть окно, и никто не придет. Меня молнии вообще-то заводят. Хорошо. А, уже? Ну хорошо, присаживаемся. На этот раз и я сяду здесь, понятно? Cooking this and you're I don't even know what this game is. You know what? I think I've lost my appetite. Чё? В смысле, ты мне даже не даешь поесть и. Да, стой, стой, ты куда? Слышь, Инсел, давай заходи. Нет, нет, я не согласен. I don't have anything to ask right now. Знаешь что? Я спать. Не-не-не, слушай, это мне не подходит. Я что-то не понял. Ты мне даже поесть не даешь нормально, и тут так. Полиция. Нет, не открывай! Это ловушка. I'm with the police. Turn around, please. What? Me? Yes, you. Hands behind your back. Let's go. Hold still. Чё? Hey, you're hurting me. Ладно, я понял. Погнали. Пожалуй, я снова лягу спать. Ой, а в этой ситуации мне ничего не остается. А, все, я уже в петле. Итак, прошло 2 минуты. 3. Ага. Все понял. I didn't hear you come in. Стоп. Let me know when you're in the mood. Didn't you already say that?
What? I don't know. Что ж, теперь я должен как-то рассказать ей про временную петлю, в которой я застрял. Я попробую. Эмилия! Я могу возвращаться после см... Ты в порядке? Я могу возвращаться после смерти! Ладно, если ты хочешь быть таким уёбком, то я просто уйду! Нахуй жить! Наконец-то. Вот так это делается. Сначала ты садишься, и уже потом... It's our song. They have to play it. Нет, вот our song. Чёрт, опять. Хорошо, хорошо, хорошо. Я понял. Мы берем нож. Мы берем нож и мы закрываем дверь. Оу, 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 прямо в шкафу. Дверь закрывайся. Okay. Rude. Ладно, ничего не буду говорить. Как только придет коп, я попрошу ее не открывать. Попробуем. Emergency services? There's somebody breaking into my apartment. He's got a gun and he's gonna kill me and my wife. Sending a unit right now. Get to a safe place. Так, я предлагаю сделать еще один звонок. А может стоило позвонить, когда... Твою мать. Сука, я не знаю, что делать, у меня дилемма. Ой. Ой. Ладно, пожалуй, хватит на сегодня. Да, пожалуй, хватит. Ну-ка. 34 минуты. Кажется, меня наеб...